нашій студії сьогодні завітав постійний експерт ранкової програми «Новий день» Сергій Стужук, тренер з публічних виступів. Вітаємо вас. Доброго ранку. Разом з вами ми впродовж цілого циклу розповідали про те, як можна уникнути маніпуляцій, про види маніпуляцій, як можна маніпулювати людьми. Сьогодні від теорії ми переходимо до практики. Сьогодні разом з вами ми будемо коментувати виступ, дебати у Верховній Раді України при звіті керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Тож я пропоную нашим телеглядачам зараз переглянути відео, яке ми потім будемо коментувати, і дивитися, як на практиці можна уникнути неприємних питань. Ви, починаючи свою доповідь, сказали, вам треба антикорупційний суд, і тоді буде справедливість. А як щодо тих суддів, яким ви дзвонили, команди давали? Чому ви їх перетворюєте в корупційні суди? Коли ви отримали звання генерала, звання заслуженого юриста, віце-президент Федерації футболу України, що вам... А питання не буде? Що вам не вистачає для повного щастя? За повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович. Кого ви бачите наступником на вашому місці після того, як розслідування може досягнути свого завершення? Пане Лещенко, наступником я бачу вас. Два роки мене, як керівника САП і САП, намагаються дискредитувати і сказати, що я якийсь не такий. А чому? Тому що, пане Сергій, я був проти, що якась аналітична довідка замінила провадження по вашій квартирі за 350 тисяч доларів. Я був проти. Ось так, друзі, дійсно відповіді вражають. Зовсім не по темі, але уникає неприємних питань. Просимо прокоментувати це нашого спеціаліста. Друзі, ну я не буду сьогодні взагалі касатися політики, ми будемо тільки техніку. Техніку маніпуляцій, техніку каверзних питань, техніку уходу від цих нюансів. Цілий блок моїх тренінгів касається маніпуляцій, відповідей на каверзні питання, як відповідати на питання, коли ти не знаєш відповіді. И частый вопрос, практически всегда говорят, хорошо, вот вы показываете, что нужно не отвечать бывает на вопрос, нужно отвечать по-другому, не по сути. Ну как же, вас переспросят. Опять же скажут вопрос, вот вам яркий пример, что не переспросят. Именно так иногда нужно отвечать. Ну и скажу так сразу же, во-первых, это резонансное видео, действительно подобрали очень неплохое, потому что реально получается так, что некоторые люди считают, что это блестящее выступление. Другие говорят, что это цирк. Обычный цирк, что за ерунда, работа государственного органа. Перемовка между двумя. Да, ну не по делу. Третьи восхищены. То есть разные мнения даны до того же события. Четко скажу по этим вопросам лаконично и правильно. Первое. Во-первых, вопросы, ответы были не по сути, как вы правильно сказали. Вопрос один, ответ совершенно другой. Вопрос... И тут и реплика, которая касается просто каких-то других нюансов. Если брать формальную логику, формальный вопрос-ответ, он не дал ни одного ответа. Он не ответил на ни на один вопрос, из, по крайней мере, из тех, которые прозвучали. Там были другие вопросы, отчасти там были разные нюансы, но в целом вот это были выбраны два ярких вопроса, на которых не получены были ответы. По сути. Во-вторых, а давайте зададимся вопросом, а чего хотел... Народний депутат, один і другий. Чого хотіли депутати, задавая ці вопроси? Ну, напевно, вони хотіли дізнатися правду. Те, звідки, куди пішли гроші, чому антикорупційний суд? Я думаю, що, скоріше всього, ні. Ні? Це завжди кажеться так, ми дивимося на екран, і кажеться, як вони серйозно хочуть в цьому ділі розібратися. Реально, ми завжди розуміємо, що в даному випадку кожен народний депутат хоче показати себе. Ага. Свою смелость, свою эрудицию, осведомленность, а иногда просто вместо вопросов сделать реплики, обвинения. То есть, опять же, тут нарушение по форме самого проведения идет как раз в том, что это были зачастую не вопросы. Поэтому на них они не получили ответов. Угу. Когда говорят, что просто сыпят обвинения, это время для вопросов. Был отчет. И было время для вопросов. Это были не вопросы, а обвинения. И, естественно, он правильно поступил в данном случае. И я всех призываю, не спешите отвечать на вопросы, а
особенно на те, в которых не содержится вопроса. И здесь очень, когда он ответил, а в чем вопрос, это пятерочку за это можно поставить. Реально, время для того, чтобы ответить на какие-то нюансы, серьезное время в государстве с информацией, и тут мы получаем просто излив в стиле Олега Ляшко, яркие эмоциональные жестикуляции с четким голосом и с чувством справедливого гнева ситуацию того, как... И тут был просто фехтованием переиграл в этом моменте. И когда сказал, в чем вопрос, это был самый лучший вариант, который можно было задать. Не надо отвечать на вопросы, друзья, которые не содержат вопросов. Что еще? Тем не менее, я не разделяю восхищение наших людей, которые говорят, что он классно выступил. Ну, кроме того, что он реально не ответил. Тобто ответил... плюс йому за те, що він знайшов можливість не відповісти, але все ж таки питання мало бути, відповідь мала бути іншою. Можна було би лучше. Почему? Почему он отвечал так? Почему отвечал, когда вот задали ему вопрос, кого вы видите на своем месте? Он вас я видел, это вызвало хорошую реакцию большинства депутатов в зале. И также, когда был вопрос задан, здесь немножко пропустили, зато увидели ответ. Задали вопрос о его квартире. И задали вопрос о его записях, которые прозвучали где-то там ночью в каком-то в «Украинской правде», громко названной таким, своим таким названием. Это был тоже как бы под видом вопроса. Реально это было обвинение в том, что вы занимаетесь сами коррупцией. И здесь вместо того, чтобы отвечать, вместо того, чтобы красиво уйти, он поступил в таком стиле, как я называю, детсадовские ответы. То есть, как бы вопросом на вопрос, или говоря о том, что вы, у вас у самих проблемы. У вас не, у вас ты игрушки не убрал, а ты тоже сам не убрал игрушки. А ты вот некрасиво оделась, сама такая. Вот. Вот это была такая перестрелка. Она, возможно, и здесь была позитивна только в том случае, потому что у прокурора была поддержка в зале. В противном случае она бы не возымела бы нужного результата. Вам задали четкий вопрос. Вы в государственном органе, а вы нам говорите о каких-то наших проблемах. Мы о вас спрашиваем, а вы говорите о наших моментах. Понятно, нужно сказать сразу же, что он подготовился. Молодец. Почему он так с легкостью отвечал Ляшко по поводу его квартир и его выигрышей? Потому что он знал, что нужно сказать. Он ожидал вопросов по поводу от самопомощи, по поводу его квартиры. И знал, что такая же проблема, точно такая же, есть у человека, задающий вопрос. Здесь была тактически неверно поставлена ситуация. Здесь тактически неправильно был выбран человек, задающий вопрос, у которого у самого были вопросы. И Холодницкий воспользовался этим красиво. И при всем том, что 4 с плюсом можно поставить, не 5 с плюсом и не пятерочку, только 4 с плюсом из-за этих маленьких нюансов, можно было бы красиво разыграть. Об этом мы поговорим. Но здесь я бы отметил, что надо было им подобрать другого спрашивающего человека, которому нельзя таким так ответить. Поэтому, друзья, самое главное, если вы хотите хорошо отвечать, готовьтесь к вопросам. Особенно, когда в зале есть люди, которые могут задать каверзный вопрос. Не отвечайте по форме вопросу напрямую. Можно уйти от этого. И если вы думаете, что это только Верховная Рада такие вопросы, которые не содержат ответов, напомню, друзья, 90% вопросов на любых мероприятиях, они вовсе не хотят услышать от вас ответов. Они хотят показать себя, свою смелость, свой юмор, свою эрудицию. И поэтому, если вы хотите грамотно ответить, то вам нужно реагировать соответствующе. Просмотрите это видео и посмотрите, как правильно можно отвечать. Тем более, когда Ляшко. Ось щодо пана Ляшка. Якщо у другого спікера, який задавав питання щодо квартир, щодо грошей, до нього можна було якісь прояви надати, то ось паном Ляшко він же і сам може відповісти на будь-яке питання. Да. І навіть на таку активну відповідь, як я не бачу питання, він також міг надати ще одну атаку. Кстати, хорошо, что вы задали вопрос. Вообще, нужно сказать так, что опуская всю позицию политической силы, которую возглавляет Ляшко, нужно отметить его хорошие возможности ответов на такие вопросы, и даже на более каверзные. И я хочу напомнить нашим телезрителям, когда была такая ситуация. Находясь на месте Холодницкого, Ляшко стоял на трибуне, и ему задали более острый вопрос, очень неудобный. Ему сказали, а расскажите о своей сексуальной ориентации.
Что нужно было ему отвечать? Говорить, что я гетеросексуалист, я нормальный, у меня жена, дети, а что вы спрашиваете? Ну, извините, тогда необходимый электорат уйдет. Помощь, финансовые моменты какие-то могут не подойти. Если же сказать, что извините, и так понятно, кто я, и так далее, то извините, тогда в таком случае ему придется расстаться с большинством своего электората, который, ну, все-таки в Украине еще не совсем относится толерантно к этим вопросам тонким. То есть мы видим и да, и нет, это проигрышная позиция. Как же он ответил? А он ответил очень правильно. Вы не поверите, как можно отвечать на вопросы, это неинтересно. Вот вы задаете вопрос, говорите, да, это неинтересно. Можно и нужно иногда об этом отвечать. И Ляшко использовал именно этот инструмент. Как он ответил? Та кого це хвилює? Народ України хвилює. Війна на сході. Корупція в нашій державі. Та грабунківські тарифи у наших оселях. Вот що хвилює наш народ. І все. Все. Наступне питання. Обратите внимание, это было самое правильное. Здесь 5 с плюсом, потому что здесь нельзя было, понятно, никого интересует его сексуальная ориентация, по сути. Действительно, депутата интересовал этот вопрос? Нет. Он хотел поставить неудобное положение человека, стоящего на трибуне. Он хотел себя возвысить, он задал такой классный вопрос. И Ляшко ответил правильно. Друзья, учитесь у наших депутатов, по крайней мере, как они уходят от вопросов. Некоторые из них неплохо это делают. Большинство, к сожалению, все-таки страдают. Смешно смотреть, непонятно, куда они тратят деньги, когда готовятся к выступлениям. Но кое-чему и кое-у-кого можно научиться. А ось щодо практичного ще продовження майстер-класу, якими ще відповідями можна відповісти на будь-яке питання? Ось, наприклад, кого це хвилює, не почув питання, які ще є такі фрази, які ми можемо сказати і все, іти на коні? Я хочу сказати, що є скрипти, так називаємо, їх немало, але якщо вже виник питання, я скажу о своїм любимому. Він називається «Прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно сказать вот о чем». Это скрипт. То есть такую фразу нужно просто заучить. И она подходит в двух случаях, когда вы не знаете ответа. И она подходит в тех случаях, когда вы знаете ответ, но вы не можете его назвать. Есть такие каверзные вопросы. Кто ваш любовник? Вы спите с начальством? Вы брали коррупцию? Ну, такие острые моменты, допустим, человек, который, допустим, у них какие-то проблемы есть. Как отвечать? Вот такой вопрос, как Ляшко. И здесь вот, когда самое главное – самообладание. Кстати, Холодинскому нужно дать тоже должное, зная, как он плохо выступал. Он реально плохо выступал. По сути, он грамотный и человек был и мог ответить по сути. Но у него постоянно краснота, постоянно он выдумывал моменты. И здесь, в таком сложной ситуации, он отвечал настолько хорошо, даже сам Ляшко в ответ оценил красоту ответа. Если вы увидите, просмотрите видео, он кивает, да, он даже показал, молодец, красавчик. Обратите, не мог воздержаться от этого. Вот это игра. Игра какая. Именно так нужно поступать. Как использовать этот скрипт, который я сказал? Когда вам задают вопрос, который вы не знаете ответа, пауза, благодарим за вопрос, оцениваем вопрос. О, какой острый вопрос, необычный вопрос. Просто то, говоря про... Одразу не потребно казаться, треба вытримать паузу. Никогда, даже если вы знаете ответ. Кстати, у Холодинского он отвечал быстро, когда знал, и очень невяленько на вопросы, которые были неудобны для него. Вот чтобы уравнять это в позиции, поэтому даже на легкие вопросы не стоит спешить отвечать. Чтобы не выкрыть самого себя. Конечно, нужно сделать паузу. Угу. Какой сложный вопрос? А вопрос легкий, и ты отвечаешь. Потому что когда будет сложный, тебе тоже нужно будет пауза, чтобы сформулировать фразу и ответить. И здесь на помощь приходит пауза, оценка и вот этот скрипт. Вы знаете, прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно знать вот о чем. И рассказывайте все, что вы знаете вокруг да около. Человек, владеющий эрудицией, который выступает, всегда есть о чем ответить. Какое расстояние от Луны до Солнца? Прежде чем ответить на ваш вопрос, нужно знать вот о чем. И можете рассказать о том, что Солнце в центре нашей Солнечной системы. О расстоянии от Земли до Солнца. О том, что расстояние может быть разным. О том, что измеряется вообще в разных моментах. Кто-то в парсеках, кто-то в километрах. Есть другие разные версии. До сих пор ученые не могут об этом сказать. Вы рассказываете все, что вы знаете об этом вопросе, не отвечая на суть вопроса. На самом деле, нужно помнить, никого не интересуют ваши ответы. Людей всегда интересует показать себя. В 90 случаях из этого. И если вы волнуетесь, что вам все-таки... А если переспросят, скажут, вы все-таки не ответили на ваш вопрос, друзья. Опять же, в 90 случаях, 90% случаев, вам никогда не зададут этот вопрос. И даже если зададут, вы должны помнить, лучше все-таки использовать этот шанс, красиво показать себя, показать свою эрудицию, чем просто сказать, не знаю...
Не подготовился. Это гораздо хуже. И даже если вы уже ответили так, вам задали вопрос, шансы очень маленькие, из опыта я вам говорю, то потом уже вы в процессе этого все-таки можете найти более-менее какой-то ответ. Или красиво даже сказать можно, кстати, что я не знаю ответа. Может, знаете, у меня сейчас нету полной информации по этому вопросу, я просто не хочу быть голословным. Это тоже скрипт. А по сути я сказал, я не знаю. Но я сказал красивое слово. Такое впечатление, что не то, что у меня ничего не знаю. У меня есть 99% информации. Нету 1%. Но учитывая, что на телевидении мои слова могут быть привязаны к суду, опубликованы в средствах массовой информации, поэтому я не хочу этого. И я уважаю наших телезрителей, ведущих уважаемый, и наш канал. Поэтому у меня нету полной информации. Поэтому я не хочу быть голословным по этому вопросу. По сути, я сказал, я не знаю. Но я сказал это совершенно по-другому. И всегда нужно иметь в виду, что если вам задали каверзный вопрос, если вы волнуетесь, если у вас подергалось сердце, возможно, именно этого и хотел задающий. И зная это, зная эту информацию, вы сможете возобладать, вы можете сохранить свое спокойствие, что самое главное в этой ситуации. И что бы вы ни отвечали, ваш уверенный голос, ваша уверенная осанка и те скрипты, которые я дал, дадут вам возможность выглядеть хорошо, класно і відповісти на будь-які питання, навіть якщо ви не знаєте відповіді. Ми дякуємо нашому ранковому гостю. Тепер ми можемо не боятися провокацій, тому що знаємо, як відповідати на будь-які питання.